Можно с уверенностью сказать, что имена известнейших республиканских генералов Великой Отечественной войны навсегда остаются не только в памяти, но и в стенах Казанского федерального университета. 25 октября в историческом музее КФУ состоялась торжественная презентация энциклопедического словаря «Генералы Татарстана». Новая книга рассказывает о судьбе самых ярких и талантливых военачальников. И весьма отрадно, что немалая часть из них – это выпускники Казанского университета. Когда мы сделали маленький анализ, что из 317 генералов, около 50 генералов и адмиралов являются бывшими студентами Казанского университета. Вот это привело нас сюда, чтобы провести презентацию персональную по случаю такого интересного явления. Создатель книги не скрывает, столь кропотливая работа заняла много лет. И несмотря на то, что выпущен целый том, впереди еще очень много работы. К сожалению, не все поместились в первый том. Но мы начали на сайте Казанского юридического института собирать все материалы на следующий том. Новый словарь «Генералы Татарстана» имеет довольно небольшой тираж. Его нельзя встретить на полках магазина. Доступен он далеко не для всех. Однако студентам Казанского университета повезло больше, ведь Музей истории КФУ всегда готов раскрыть страницы биографии истинных героев и поведать, о чем же молчат генералы. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.